Ну а спонсор сегодняшнего видео — магазин аккаунтов Valorant Sale. Именно тут ты можешь найти самый большой ассортимент аккаунтов с абсолютно любыми скинами. Также на сайте продаются рандомные наборы, в которых может упасть как дешевый, так и очень дорогой аккаунт. Ссылка на сайт находится в закрепленном комментарии. Ну а мы переходим к ролику. Всем привет, у микрофона Ван Вэй. Вчера на стриме Шрауда я заметил самую гениальную обманку в Валоранте. В общем, смотрите. What the fuck? Wait, what happened? I don't know, dude. Probably blinking at this point. Dude, what is this? Bro, what I was that? Convinced. I almost right clicked. Знаешь, когда топ мидл кликнул? Шарта, надеюсь, меня не за... А, у них бабок опять нет. Я бы не доверял моему ревиву. Ой, ну. Сагучи. О, попал. Там все. Nice. Any flash for the smoke and we go. Two default. At backside. All three. Знаете, по моему опыту, в играх лучше не зазнаваться, иначе может прилететь в ответку. Я понял, не играю с пуликом. Потом на сцене беру в один момент. И типы такие, они даже не знают, что они привыкают. Да, просто. Да. Видас. Я удивил сейчас, краб. Как ты ответишь на это удивление? Бежать некуда. Ой. Блять, я пока радовался, меня уебали. Мне кажется, что соперникам лучше не выходить на Клауда, даже когда у того закончились патроны на Вандале. Они брейк вал. Остался один игрок. А соперникам Шрауда вообще лучше не уходить с респы, ведь ему даже их видеть не нужно, чтобы убить. Йойк. Did I stop mid? Ah, debated. My turn. You ain't finding happiness in this game, Killjoy. No, I see. What's with this guy? Look at this Reyna. Look at this Reyna, dude. Reyna. Whoa, he just did me, bro. Yo, woman. Ah, debated! О, мои уши. Давайте посмотрим еще один момент с оператора на Асценте, но уже менее шумный. Мама. Топ мидл. Остался один игрок. Зачем? Ограничу обзор. Один враг. Четверо. Last dead 50-50. Move time, bro.
Преклоните! Four, four. One dead. Can you shoot again? I flashed mid. Can I flash? I flashed the rest of them. Nice! I hate visiting the doctors. Hey. Nice. Can you destroy drone, please? Oh, they're pushing close. Nice. Follow HP, follow HP. Carvers. Spike down some damage off. What really denied standing. The spike plan is everyone no from GD Esport. Mag-isa na lang si Budhit ngayon. Mag-isa 1v3. Take isang putik na lang dalawang members ng GD Esports though. So, he will be able to. Oh, medyo maling talbog doon. Will he get another? Oh my god, this is on trap for an ace and Brazil gets an ace! That's no excuse. I ate half a bowl of fucking Special K. I bought Special K for my 24-hour. Tarek out! Тут есть мейнеры Йору? Тогда берите на заметку, как вести соперника в ступор и тем самым выиграть раунд. А вот так это выглядело со стороны самого Йорика. One enemy remaining. Last player standing. Spike down B. Portal closed. Reloading. Take flight. Spike planted. One enemy remains. Last player standing. My god, for second. You're so good. See, see, see. Shadows traveling. Wait, can't grab you, can't grab something. Ну а на этом все, не забывайте подписаться на канал, а также поделиться этим видео с друзьями, пускай они заценят эту шикарную нарезку. Ну а я буду прощаться, всем большое спасибо за просмотр, до завтра.